Есть в Эрмитаже собрание русских икон, есть залы Египта, но в представлении большинства Эрмитаж – это Запад. Но есть еще и Восток, вторая половина мира, великий, многоликий, до сих пор во многом непонятный нам. Где боги живут, где обитают Будды, ищите их только в глубинах сердца любого из смертных людей. Стоит в одном из залов Эрмитажа надгробие Анастасии Трубецкой в замужестве принцессы Гессен-Гомбургской, близкой подруги и соратницы императрицы Елизаветы. Белый мрамор, и на нем драгоценная эмалевая чаша индийской работы. Запад и Восток. У каждого экспоната своя история, где соседствуют слава и забвение, интрига и душевный порыв, смешное недоразумение и трагедия. А чашу эту прислал в Санкт-Петербург персидский шах Надир. Основательница Эрмитажа, великая Екатерина, признавалась, какое бы дело она ни собиралась затеять, оказывалось, что оно уже начато Петром. Так было и с восточной коллекцией. Замышляя свой личный музей, императрица думала об античной скульптуре и современной французской живописи, о редких книгах и шедеврах ювелиров. О Востоке, скорее всего, она думала в последнюю очередь. Началом восточного собрания Эрмитажа по праву является сибирская коллекция Петра. Еще не пылали люстры, и самого роскошного зимнего еще не было. И надо льдом Невы стояла лишь крепость, охраняя будущий город. Когда Петр приказал тобольскому губернатору князю Матвею Гагарину присылать ему сибирское золото. У царя, которому до всего было дело, в летнем дворце уже лежало подношение уральского промышленника Демидова, послужившее толчком к созданию коллекции – золото неизвестного древнего народа, найденное в местах древних поклаж. Драгоценностям было не менее 2000 лет. Это было золото кочевников, саков, близкой родни скифов. Браслет, увенчанный головками двух баранов. В сибирских курганах находили и произведения сакских мастеров, и предметы, привезенные издалека, и прежде всего из Ирана, давней родины кочевников.
золотая гривна с головками двух львиц, изумительно тонкой работы, была изготовлена в Иране в эпоху Ахеменидов 25 веков назад. Прежде чем стать мерой веса драгоценных металлов, гривны у древних народов, от сибиряков до славян и германцев, служили нашейным украшением, символом знатности, знаком уважения и почета. А эту гривну, похоже, делали сакские мастера, хотя и использовали иранский персонаж, фантастического грифона. У каждой культуры в изобразительном искусстве есть свой доминирующий мотив. Саки, кажется, ничего в мире не видели, кроме зверей. Они были буквально влюблены в них, понимали малейшее их движение. Саки создали не только эти крохотные в 3-4 сантиметра шедевры. Они создали свой стиль, знаменитый звериный стиль. Мастер, изготовивший этот сосуд, был явно знаком с работами и китайских, и греческих ювелиров, а значит, он жил где-то на Великом Шелковом пути. А вот двойная чаша. По форме и орнаменту она явно греческая, по технике исполнения – иранская. А надпись на гладкой внутренней чаше сделана на арамейском языке. Культуры, и такие отдаленные друг от друга, контактировали. Александр Великий мечтал создать империю, которая объединила бы Запад и Восток в новой единой культуре. Империю он не создал. А вот новая эллинистическая культура возникла. И, может быть, именно это изображение сакский мастер взял для себя образцом, чтобы создать свою амазонку с мечом и скифским луком, с грубыми чертами степной воительницы. Сибирской коллекции Петра суждено было долго пролежать в летнем дворце, а потом в кунсткамере, прежде чем занять подобающее ей почетное место в стенах Эрмитажа. Еще не пришло время. Говорят, после великих отцов природа отдыхает на детях. Анна Иоанновна приходила с Петру лишь племянницей, но и ее стремления и интересы с Петровыми ничего общего не имели. Ее отличала тяга к тяжелой, пышной роскоши и слепое следование моде. О моде же того времени дает представление туалетный прибор работы аугсбургских мастеров. Он состоит из 48 предметов и включает в себя, кроме туалетных принадлежностей, и кофейный сервиз. Прибор сделан по заказу, о чем говорит венчающее зеркало корона.
И вот туалетный прибор того же времени, но китайский. Каждый предмет паян из тончайшей серебряной проволоки. Впечатление воздушности, почти невесомости предметов и безупречный вкус. Все китайское тогда стало настолько модным, что ювелиры Срединной империи начали работать на Европу. К счастью для нас, мода на экзотику и решила для императрицы вопрос о покупке сервиза. Но России не было нужды знакомиться с Китаем через Европу. Еще в допетровские времена ткани, украшения, фарфор, чай, наконец, привозимые из Поднебесной купцами, путешественниками и дипломатами, составляли неотъемлемую часть русского быта. И Петр, увидев в Англии китайские вещи, удивлялся, как это у него нет таких. И уже потом, через 100 и больше лет, его преемникам пришлось разыскивать по старым хранилищам китайские шедевры. Петр был настоящим собирателем, но у него были дела поважнее. Петр начал дело, которое продолжила Екатерина, и ниточка преемственности протянулась до наших дней. Кажется, никто, кроме китайцев, не пропитал свою культуру такой сложной и многообразной символикой. Один из таких символов – милосердный царь зверей Цилинь, даже не ступающий на траву. Нет границ фантазии, изобретательности и терпению китайских мастеров, как в этих шпильках для украшения женских причесок. Тончайшая золотая филигрань, над голубыми волосками из перьев зимородка мерцают шлифованные самоцветы. Трудно соперничать с мастерами Востока. Верные однажды обретенному стилю, не веками, а тысячелетиями оттачивали они свой вкус и мастерство. Маньчжурские чудища Шидзы стоят на берегах Невы, как стоят египетские сфинксы, античные статуи, буддийский храм и бирюзовая мечеть. Двести пятьдесят лет назад по пути из Индии в Петербург неторопливо шагали, ни много ни мало, 14 таких вот слонов, неся на могучих спинах богатые дары шаха Надира. Но пока слоны дошли до Северной Пальмиры, успела опочить Анна Иоанновна, а малолетний Иван Антонович с матерью Регеншей вот-вот должны были уступить трон дочери Петра Елизавете. Все это не стоило бы внимания, но, скорее всего, именно эти дворцовые обстоятельства и помешали должным образом отнестись к подаркам. Thank you.
Мало того, что ножные браслеты определили как зарукавья. И браслеты эти, и редкостный 17 века перстень для стрельбы из лука Шаха-Джихана, и все остальное записали как персидское и забыли. А предметы были отнюдь не персидские. Дело в том, что меньше чем за год до посольства под ударами персов Надир-Шаха пала Индийская империя великих моголов, и несметные богатства последнего султана Мухаммеда достались победителям. И вот что такое был дар Надира. Эгрет – украшение для головного убора. Поистине несчесть алмазов и рубинов и изумрудов. Именно эти три камня составляют излюбленное сочетание индийских ювелиров. Какие можно найти слова? На миниатюре из Бабур-Наме есть и наши экспонаты. Например, столик-подставка. Около 3000 изумрудов и рубинов, 380 жемчужин и всего 4 алмаза. Тот, кто влюблен в тоске невыразимой, хотя бы день метался без любимой, тот в мире видит лишь ее одну. Он счастлив у любимой быть в плену. Взойдет луна, и в этом лунном круге он прелесть узнает своей подруги. Заметит кипарис или платан, подруги вспоминает стройный стан. В саду плывет цветов благоуханье. Куда ни глянет он, во всей вселенной одни подобия прелести нетленной. Влюбленный жаждет красоты земли. Он к ней стремится, как Меджнун к Лейли. Знаешь, чему больше поражаться? Сказочной роскоши восточных владык, мастерству индийских ювелиров или мощной жизнеспособности индийской культуры, как, впрочем, и других восточных культур? Ведь для них как бы ничего и не значит лишиться тысячи тысяч художественных шедевров и бесценных рукописей, как это было при персидском ограблении. Культура продолжает источать красоту и мудрость, словно и не было опустошительных войн и сокрушительных потрясений. Или удивляться тому, как мы мало обо всем этом знаем. Сложение красит мужчину, не сан, и только оружием украсит он стан. Собрание произведений восточного искусства, мало-мальски претендующее на разнообразие и широту, не может обойтись без оружия. Оружие было драгоценностью,
реликвией, переходящей от отца к сыну, от побежденного к победителю, победившему в честном единоборстве. Оружие, как дорогой кувшин или браслет, было посольским даром, данью, платой, желанной добычей, наградой, несравненно более, чем что-либо иное, драгоценной для воина. Восток принимает мир как красоту. И прекрасным, благородно, изысканно прекрасным должно быть все, что выходит из рук мастера. Император Николай, внук Екатерины, хранил свою коллекцию в Царском селе. В охотничьем замке, перестроенном впоследствии в арсенал. Слабостью его было оружие. Он начал увлекаться собирательством еще в юности, будучи офицером. Начало коллекции положила турецкая сабля, взятая в бою. Итогом же стало богатейшее собрание, в конце концов перешедшее в Эрмитаж. Что же касается собственно Востока, то коллекции восточного оружия, собранного Николаем, нет равных. «Все суета-сует», — сказал когда-то мудрец. Действительно, все проходит, и призрачное богатство владык, и тщетная слава земная. Так ли нам важно, был ли знаменит или богат художник, оставивший нам свое творение? Человек выбирает между земной суетой и любовью, будь то любовь к женщине, или к своему делу, или любовь к миру. Среди радости жизни, наряду с любовью, воспетой Джами и тысячу других лириков Востока, есть радость собирательства, радость сбережения красоты и мудрости. И пример тому Екатерина, основательница Эрмитажа.